Нацист в чреве сама. Удивительную находку обнаружили два рыбака в польском местечке Красноардзянске. Два польских рыбака отправились на рыбалку на реку Одер. В этот день им очень повезло, ведь им удалось выловить самого крупного сама в истории мировой рыбалки. Рыбина весила 200 килограмм и была длиной 4 метра. Вскрыв саму живот, рыбаки нашли там десятки фрагментов человеческих костей, а также металлическую эмблему офицера времен нацистской Германии. Удачливые рыболовы немедленно связались с полицией, которая начала расследование для установления происхождения останков. Экспертиза показала, что кости принадлежали немецкому офицеру СС, погибшему в 1940-х годах во время оккупации Польши. Пока эксперты не смогли понять, убит ли человек самом или же он был мертв, когда был съеден чудовищем из водных глубин. Кроме того, биологи определили возраст гигантской рыбины. Оказалось ей от 90 до 110 лет, что делает ее одним из старейших представителей самов. Особи этого вида могут съесть даже кошку или собаку, а исключительно крупные экземпляры, говорят, нападают даже на людей. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока!